Дубна. Так я снимаю видео сразу. Не, вас не снимаю. Тут все заброшки, да? Какие-то сараи непонятные. А собак у вас тут дофига, да. Ну, не обращался, не знаю, как ее не зовут. Понятно. Но телефон сложно объединить, потому что сам не знаю, как ее зовут. Я просто думал, я непосредственно туда звоню. Она мне говорит, я может выше. Ну, ну возможно, волонтер какой-то. Может быть. Такая взрослая женщина. Коробка. Да я не снимаю вас, я ваши ноги снимаю, не переживайте. Ничего страшного, доставайте. Котята вообще подсосаны и этот мертвый. Так. Мы не умеем, и выкидывать легко мы умеем. Вот, смогла запихнуть их. Давайте. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Один не выжил. Ну, неудивительно. Подсосники слепые. Чтоб вам, господи. Успокоилась, да. Сейчас, малышка, да, сейчас, сейчас. Здесь ты... нормально. Давай, вытирайся, мой бедная. Смотри, как она к ним. А ты говоришь, не примет. Сейчас, малыш, давай по одному. Сейчас, малыш, подожди, подожди, подожди. Подожди, что она вылетела к ним сама. Так, бедные дети. Давай туда. Она и тут готова лечь с ними. Вот ты говоришь, не примет. Конечно, належалка. Иди, малышка, иди туда. Богдаш, Богдаш, не, надо протирать прям лей. Так. Ну, где-то ее нажратые, поэтому, слава богу. Ну, да, те лежат. Те наелись сейчас, главное, чтобы эти наелись. Эти тычутся. Угу. Тут, видишь, ну, нет, приняла, нет. Получается. Она приняла, да. Один у слабенький. Все сосуды. Да, один слабенький, вот, ну, он, по-моему, схватился. Все 11 на нее полезли. Кошка мурчит. Умничка, мама.